Всем привет, друзья, с вами Механик, и сегодня у нас будет невероятные, крутейшие спуски на прочность. Да-да, вы не ослышались, это смертельные спуски на прочность. Такого вы еще нигде не видели, таких смертельных спусков, еще уверяю вас, вы реально ни разу не видели. Тут несколько трасс, и мы будем тестировать разные машины, поэтому прямо сейчас ставьте лайк, а мы начинаем. Итак, пошла возня у нас. Пошла возня. На самой стартовой тачке начинаем. Видите, трамплинчики. Попробуем доехать до конца, как говорится. Трамплинчики раз. Это мы легко объезжаем. Тут вообще все изично. Изично, изично. Так, впереди. Так, нет, нет, трамплина не наш выход. Вот здесь. Ой, блин, подлетел! Ёлки-палки. Ёлки-палки! Нифига ее развалило. Слушайте, ну здесь подвеска нужна, наверное, попрочнее как-то, да? Друзья, а у меня для вас есть подарок. Мы сделали огромную распродажу и скидки до 90% на самые крутые игровые новинки. Вы давно хотели поиграть в одну из этих игр, но вам было жалко денег. Теперь настал ваш черед. Залетайте по ссылке в описании и затаривайтесь самыми крутыми играми по максимально сниженным ценам. Но предложение ограничено, поэтому поторопитесь. Ссылочка на магазин в описании. Ну что, машина у нас разбита полностью. Выглядит, конечно, эпично, но надо искать что-то другое. Давайте попробуем взять этот же автомобиль, но на другой подвесочке. Возможно, он справится. Здесь, видите, казалось бы, ничего криминального такого нет, но доехать до конца максимально сложно. Итак, ищем, ищем. А может, Nissan Patrol? А? А давайте Nissan Patrol Off-Road проверим. Так, меняем текущий и посмотрим, что он из себя представляет, как он справится с этим достаточно сложным препятствием, но не максимальным. Здесь есть трассы и посложнее. Будем идти от малого к большому. Ох, ничего себе он рванул как жестко. Газулька в пол и поехал. А может, надо на это было прыгнуть там? Как считаете? Ну, соответственно, тормоза здесь не работают. Тормоз в пол, он для слабаков. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, блин! Пипец, я не смог вырулить, реально постарался, но не получилось. Да. Что-то, по-моему, Nissan'у как-то не очень. Как вы считаете? Ёлки-палки. Но здесь реально дорога жесткая, я вам скажу. Вроде ничего такого особенного, но пока у нас нулевой результат. Пока что. А давайте попробуем, а может быть, седанчик надо какой-нибудь взять, который быстро и четко пролетит. Давайте М5 возьмем. Ну а вдруг? Ну а что? Так, возьмем, наверное, вот такую. Она выглядит повыше остальных. Так, дорестайлинг у нас есть. А это что, рестайлинг типа, что ли? Нам вообще пофиг на эти рестайлинги. Дорестайлинг, нам надо доехать до конца, просто в низину туда спуститься. Посмотрим. Так, оно едет, оно едет. Эх, красивая какая тачка. Ну все, газ в палас. Газ в палас, я водолаз. Давай, пошел. Слушайте, ну, по-моему, мы слишком быстро едем. Так, надеюсь, прижмет ее. Угу, дважды. Прижала так прижала. Слушайте, я не знаю, как это вообще проехать до конца. Этот даунхилл, он реально... Так, ну тут понятно, что BMW как бы... Нет, BMW здесь не справится. BMW здесь не... А давайте, давайте вот что. Давайте попробуем, пойдем с козырей. С козырей залетим прямо сейчас. Так, мои дорогие друзья, давайте-ка мы с вами проверим вот что. Сейчас мы это... Вот, так, вот. Вот эту бибу попробуем. Почему бы и нет? Наверное, едет быстро, но подвеска должна выдерживать просто адские перегрузки. Они у нас тут присутствуют. Адских перегрузок надо, они есть у меня. Ё-моё, вот это звуканчик! Так, ну тут просто лайк за звук надо поставить. Вот это выхлоп у него. Рвется душа и трусы одновременно от такого выхлопа. Ёлки-палки! Вот это летим красиво. Так. А чё, если мы сейчас сделаем ход конем и не как всегда, а попробуем вот здесь вот. Неплохо! А неплохо! Ну, было. Было неплохо.
Я еще ни разу до конца не доехал. Не то, что я их не долетел даже до конца ни разу. Слушайте. А это ведь задел. Задел на успех. Я ведь всегда ехал вот по той по низинке, а если по верху пробовать? А давайте. Так, сейчас на этом еще раз попробую снизу. Ну мало ли, вдруг фартанет. Я ни разу не пробовал вот эти всякие еще приколюхи. А их вообще он не чувствует. Настолько подвеска отрабатываешь. Он про. Так, рано. Тут еще будет какой-то вот бибис. Морской бибис. Просто не почувствовал. Так, летим сюда и. Подлетит, а? Подлетает. Ну, держится! Держимся! Держится! Нет! О, блин! Да ладно! Да ё-моё! Подожди, на колеса, пожалуйста. На колеса, блин. Вот. Так, это я затупил, да? А у нас все равно задний привод, так что пофиг. Я бы не смог ситуацию спасти. Давай, сейчас. Сейчас мы доберемся до финиша. Вон же он, финиш. Не знаю, почему-то нет масляного глодания. Обычно на тачке тума... Он наш глушак отлетел. Он выхлопа стреляет огнем просто. Ну, крепкая тачка, что тут говорить. Ладно, давайте не будем мучить ни вас, ни меня. Попробуем что-то другое. Попробуем, наверное, грузовик какой-нибудь. О, вот такую попробуем штуку. Так, вот такую, наверное... Давайте пробовать. Посмотрим, что из этого выйдет. Ох, я просто вообще в шоке с этой карты. Там, ну, такие картинки там на этой карте. Вообще, вы бы видели. Разгоняемся от души. Просто нормальная скорость. Так, я хочу еще другие попробовать, наверное, трассы сегодня. А может быть, эту обкатаем до талого, пока не сможем проехать до конца. Мне кажется, мы можем поработать с колесами. У нас на тачках колеса, как бы, ну, маловато. Нас подводят реально колеса. Ну и подвеска. Ну и тачки. Нас все подводит. Так, едем по вот этой теперь. По бугру едем. Посмотрим, что получится у нас. По-моему, подлетит сейчас. Подлетает жестко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Держись, братан, держись. Не-не-не-не-не. Да елки-палки, опять вот. Вот эти камни. Слушайте, ну мы сейчас близки. А если он поедет? А он поедет, я вам скажу. Так, чтобы он ехал более уверенно, мы включаем блокировки. Понижаечку, полный привод. Поехал. Нет? Ладно, повышаечку. А без полного, если? Да как же, он же ехал чуть-чуть. Слушайте, едет. Смотрите. Доползем. Ну, короче, да, не буду тратить ничего время. Доползли бы, но не будем. Хочется именно доехать, именно долететь красиво, чтобы было. Так, стопе. А давайте-ка мы в целом карту сейчас облетим, посмотрим на эти. Так, это у нас получается... Это просто даунхилл. Здесь у нас идет огромный спуск, и там что-то дальше интересное. Тут, видите, еще какие-то штуки, но у текстуры интересные достаточно. Потом у нас вот такой вот идет полосной. Не знаю, зачем с вот этими трубами. Возможно, мы в них будем врезаться. Может быть, для этого они сделаны. Далее, что еще-то? По-любому что-то еще есть у нас. О, вот это красиво. Вот это тоже красивая какая-то штука. И вот это вот очень интересное, как по мне. Посмотрите, какой шикарнейший даунхилл. Особенно вот эта рампа меня радует. Это же мы как подлетим-то, ёл. А давайте попробуем. Чего мы будем менжоваться, если мы можем не менжоваться, правильно? Давайте попробуем вот здесь сейчас съехать. Мне нравится вот это. Не знаю, как вам. Напишите в комментариях, какая вам из этих карт, из этих трасс, вернее, больше понравилась. Так, отспавнимся здесь прямо. Я хочу на другой машине. Мне нужна здесь управляемость. А управляемость мне даст, наверное, X5. Попробуем на X5. X5M. E70 кузов, всеми любимый. Погнали. Давай, пошел.
Пошел, Радим, нифига у него турбина дует. Ой, ой, мы что-то летим уже куда-то. Рано, 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 блин, рано, елки-палки. Ну, а шо? А что я тут сделаю? Хотел вот залететь, как говорится, на трамплин, но судьба распорядилась иначе. А мы даже на ходу, по-моему, нет? Ну, на трамплин я залетел, ладно. Будем считать успешным наш заезд. Ладно, мне не понравилось, как вообще едет X5, он просто не держит дорогу. А может быть, что-то вот такое потяжелее, вообще как бы тяжелое что-то попробовать. Давайте, давайте затестируем что-то вот такое. А почему бы и нет? А вдруг? Сейчас посмотрим, как оно себя покажет, эта штука. Так. Оно что-то не едет. Мотора нету, поди. Он, слушайте, оно, у него даже тахометра нет. Ладно. Ладно, я понял. Гибрид, вариант, плиз, давлон. Понятно, понятно. Короче, это... это автобус такой шляпный. Ну ничего, ничего. Давайте, давайте куда? В какую степь? В какую степь нас занесет сейчас? А гелика мы проверим. Я уверен, что он тоже улетит, не сможет доехать. Но мало ли, мало ли. Я думаю, все-таки будет успех здесь за теми тачками, у которых... у которых хоть как-то работает подвеска. Потому что это просто, ну, видите, деревянная... деревянные ломы там какие-то вместо подвески. Куда ж, куда ж, куда ж? Куда ж, куда ж? Куда ж ты летишь-то, друг мой? Ёлки-палки. Вот это размотало пацана. Потеряли пацана, он больше не наберет. Ну тут очевидно, после такого уже вряд ли наберешь. Да, серьезнейшая, серьезнейшая, конечно, возня произошла. Мне не понравилось, надо протестировать еще разок. Будем ехать сразу слева. Надеюсь, получится. Я бы, конечно, мог нажать на тормоз, но не буду, потому что это нечестно. Ё-моё, подлетел шикарно. Давай, держись. Ой, там все, ребят. Там ему хана просто. Гелику... а, у нас колесо оторвалось. Елки-палки. Это ж надо? Это ж надо? Тут запаска не спасет. У нас все колеса, кроме одного, оторвались. Но едем красиво. Едем вообще четко. Почти доехал. Ну ладно, зря я так на гелик гнал. Почти реально доехал. Очень неплохо получилось. Давайте все же мы... все же возьмем подвесочку, да? А вот здесь у нас нет очень такого внедорожно-подвесочного? Не-а. Здесь такого у нас ничего нету. Все-таки надо пикапчики брать. Пикапчики. Где у нас пикапчики-то? Либо вот эту сразу. Давайте готовый вариант также протестируем, как тогда. Посмотрим, как он себя на этой трассе покажет. Возможно, тут подвесочка отработает как надо. И мы с вами увидим, наконец-то, заезд на эту огромную рампу. Я бы хотел увидеть именно заезд на рампу. Потому что, мне кажется, с нее можно так круто улететь. Просто вообще шикарно. Но здесь тормозить, наверное, нужно, чтобы, чтобы он все... да ладно! Вот это да! Ну вот она, видите, подвеска как работает круто. Теперь бы попасть на эту рампу. Ой, красиво! Ой, красиво, ребята, скриньте! Скриньте просто, посмотрите, что творим. Это вообще жесть. Но это кайф. Но жесть. Но кайф, но жесть просто. Посмотрите, что вообще с машиной стало. Она на ходу? Ну, к сожалению, нет. Кардан оторвался. А так, в целом, очень даже мне понравилось. Хотелось бы, возможно, чуть более разбитую дорогу здесь видеть. Наверное, вот да, чуть более разбито. Давайте-ка мы все-таки, наверное, вернемся, что ли, туда. Так, во-первых, посмотрим сейчас. Может быть, еще тут есть какие-то интересные спуски. Вот это вот, что это такое? То есть мы здесь едем, 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 едем. А потом как подлетим куда-то? Здесь не подлетаем, здесь подлетаем вот так. А там подлетаем вот так вообще жестко. Ну... неплохо, неплохо. Но я так вижу, что, учитывая вот эти все наклоны, мы не доедем до конца. Ну, мне так кажется почему-то. Давайте попробуем вот, ну, отсюда прям. Вот мы сейчас, сейчас вот отсюда начнем. Ну и машинку, наверное, все-таки мы сменим. Потому что это на крутой подвеске, она неинтересная. Она очень хорошо едет. А нам-то надо, чтобы красочные какие-то
Аварий. Ну, X6, конечно. Что еще? X6. X6M. Красивый, но в данном случае бестолковый. Ну, красивый, зараза, вообще, посмотрите. Вообще, поехали. Просто едем. Едем жестко. Подлетаем сразу же. Так, ну звук, конечно, вообще так себе, честно сказать. Так, а смотрите, а мы доехали почти. Но скорость упала. Скорость серьезно упала. Мы подлетим, конечно, но... Такое себе. Скорость вообще маленькая. Тут надо на чем-то мощном. Утонули? Утонули. Так, а если... А если здесь поедем с правой стороны, давайте посмотрим, что нас ждет с правой стороны. Правильно же я еду? Вот эти лианы на дороге просто пугают. Все, разгоняемся жестко. И подлетаем выше гор. Сразу сейчас пойдет разгон вверх, смотрите. Смотрите, смотрите, смотрите. Оп, 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 пошла возня. Не, ну класс, мне нравится. Вот это да, вообще. Сейчас он как разлетится на кусочки. На. Так, замечательно. Еще какой-нибудь есть тут интересный спуск у нас? На самом деле, вот у него, кстати, подвесочка, по-моему, получше, чем на X5 работает. Ну, вроде как. Я не уверен, но мне кажется, что получше. Так, смотрите, вот там какие-то что-то. Это куда? Куда такие спуски? Давайте проверим. А, тоже трамплины вроде как. Тоже трамплины. А здесь что у нас? Здесь какой-то, походу, внедорожный спуск. Или сломанная дорога. Пробуем. Нам какая разница, нам лишь бы попробовать. Текстурка асфальта, конечно, вообще поражает воображение. Так, по-моему, там возня какая-то началась уже. Нет? Тут можно максимальную скорость тестировать ведь. На, все, закрутило, завертело. Сейчас что-то произойдет или нет? Неужели выживет? Да что ж ты. Но в целом, я вам скажу, учитывая, как мы летели, повреждение вообще незначительное. У нас из X6 урус получился какой-то. Так, мне вот это понравилось, кстати. Давайте попробуем там на чем-нибудь другом проехаться. Потому что выглядело эпично, ну и в целом, как бы, ну, мне прям реально понравилось. Так, а ну-ка, давайте-ка мы... А где она, кстати? Где она? Дорога-то эта, елки-палки. А, во, вот она. Вот же она. Я хочу попробовать сейчас на какой-то спортивке здесь. Давайте восстановим, чтобы нам лишний раз опять не ездить. Ну как же он красиво выглядит вот так вот, да, посмотрите. Ну красиво, красиво. Так, а может Мерседесер какой-нибудь? Или все-таки спортивку? Давайте спортивку, просто максимальную скорость, так сказать, посмотрим. Дрэговый, нифига себе. Ну давайте, давайте, звучит интересно. Сейчас скорость, наверное, разовьем просто первую космическую. Так, у нас даже покрышки еще не прогрузились, но, как видите, она не на земле стоит, значит, покрышки есть. Так, разгоняюсь. Немного приходится держать ее, потому что ну, слишком она уж быстрая. Так, вот сейчас подлетим. Сейчас, кажись, подлетим. Чтобы вы понимали, скорость это больше 300 км в час была. Давай, давай, на колеса, на колеса. Ой, хорош. Ой, хорош. Ну, крепенькая, крепенькая машина. Колеса так не прогрузились, кстати. Интересно достаточно. А все она. А, едет? Нет? Едет! Вообще прикол. Я, кстати, ни труху не жал, ничего. А она едет. Вот, посмотрите, какая должна быть тачка по прочности. Вот она. А не это все. Ладно, ребят, на этом, наверное, будем заканчивать. Вот такой вот выпуск получился. Если честно, я хотел вообще заснять дрэг-рейсинг, но у меня почему-то он перестал работать нормально.
Не знаю, у меня просто машина соперника не едет. Если у кого была такая проблема, напишите, пожалуйста, в комментариях. А на этом все. Всем пока.